На ремонте вот такой утюг. Это Браун Простайл Сапфир. Диагноз включается, работает, но вот здесь разбито, соответственно, разбито крепление. А это значит, что шатается эта часть и, соответственно, пропускает воду. Что нужно сделать? Будем разбираться. Скорее всего, буду сюда ставить металлическую накладку. Но как это все будет делать, смотрите в видео. Прежде всего, откручиваем эту заднюю панель, пятку. Здесь шестигранник с таким выступающим пыптиком. Обыкновенный шестигранник не влазит, поэтому подбираем такую плоскую отвертку, которая небольшого размера, которая бы тут зацепилась между гранями и этим отросточком, пыптиком, и она отлично откручивает. Все, откручиваем, снимаем. Теперь дальше, чтобы снять вот эту крышку, что нужно сделать? Нужно открутить вот эти два винта, ну это понятно, а здесь впереди нужно снять вот эту, это колесико, значит, крутим по часовой стрелке, проворачиваем. И потом, когда она уперлась, дальше поворачиваем, чик, он выходит из зацепления и вытаскиваем. Крутим, крутим, она вытаскивается. И здесь есть тоже винт, тоже под шестигранник, только нет, под звездочку шестигранную, только чуть меньше. Откручиваем и снимаем эту верхнюю крышку. Ну все. После откручивания все снимается. Единственный момент, держится на проводах, для того, чтобы потом не перепутать. Маркером подписываем провода, подписываем по цветам, просто синий. Это заземление, желтый, коричневый, черный. Ну, у вас может быть другое расположение. Собственно, тут дело не в этом. Черный, коричневый, желтый, синий, и оценяем провода, и теперь вся эта часть уже теперь уйдет, и приступаем к разборку нашей интересующей части. После того, как сняли провода, откручиваем вот эти три винта, ну и все, теперь можно снять уже ту часть, из-за которой все-таки и зависит, значит, протекание, например, зависит вот от этой резинки, потому что это бак как бы воды, он должен вот этой части плотно прилегать к резинке. Раз он телепается, то не плотно прилегает к резинке, соответственно, выливается вода. Ну а сама часть, это, ну, в ужасном состоянии, не знаю, возможно ли что-то сделать. Значит, два варианта. Сейчас посмотрю, можно ли купить бушный такой. Иногда продаются такие утюги сломанные, недорого. И второй вариант — обшить тут все металлом. Какой из них будет возможен, буду думать, потому что поломано очень многие вещи. Например, здесь винт крепления должен стоять, тут место сломано. Потом вот здесь части крепления, ну, здесь можно усилить, но они как бы очень сильно разбиты. Эта часть крепления, ну, все в плачевном состоянии, поэтому придумаю и вам расскажу, как все это можно решить. Показать, как я решил вопрос с поломанной частью утюга Браун. Решил я укрепить абсолютно полностью разрушенную, поломанную вот эту часть. Она в некоторых местах уже была совсем непригодна. Я решил один из вариантов, покажу и второй. Это вот обтянул фольгой алюминиевой. Алюминиевую фольгу взял от такой части. Это экран
от монитора, большой монитор старый, и вот иногда в телевизорах внутри вся плата обтянута вот таким экраном алюминиевым, не толстый алюминий, который там гнется, но однако обтягивать было непросто, если не уверены в своих способностях, обтянул, потом взял какой-то предмет, я вот брал такую закругленную часть от ножниц и вдавливал, продавливал все вот эти вот неровности. Сложно было это сделать, но однако вот так можно пойти, укрепить разваленную часть утюга. Тут впереди было все выломанное уже от температуры. Вот здесь я тоже поставлю определенные из алюминия шайбы. И вот таким образом это уже будет выглядеть, если собрать вместе. Ну вот как-то так уже прилично, как для себя, или если вас просят сделать, можно пойти таким путем. Но я пошел дальше. После того, как это все сделал, я заказал похожий утюг в полурабочем состоянии. И мне пришел утюг, я разобрал, и вот практически новая запасная часть, которую я теперь поставлю, и утюг будет как новый. Он полностью рабочий, только вот эта часть отваливалась. А раз она отваливалась, и у нее была проблема в том, что она не просто отвалилась, а уже вот так вот отодвинулась. А раз так отодвигается, то нет контакта на вот этой резинке с металлом, и получается вся вода выливалась. И заливаю в бачок, а здесь есть контакт с резинкой. Вливаю в бачок, это все телепается, и вода просто выливалась. Все, теперь в обратной последовательности собираю, и у меня практически новый утюг. Поверхность у него и так нормально. Все работает. Собираю, и будет у меня утюг в рабочем состоянии. Повторяйте, как в полурабочем состоянии утюг я купил за 3,5 доллара. Обошлось мне приблизительно в 140 гривен. Ну, это, наверное, 4 доллара. Таким образом, за 4 доллара можно купить, по сути, дать вторую жизнь хорошему утюгу, который в магазине можно купить где-то за 2500 гривен, если новый покупать. Есть смысл отремонтировать. Повышаем самооценку, ремонтируем сами. Подписывайтесь на канал и увидите, как можно ремонтировать не только утюги, но и другую бытовую технику. А вам всего доброго!